В каждом поселении, пусть даже самом маленьком, всегда есть место для занятия спортом. Будь то школьный спортзал или просто летняя площадка, где можно погонять в футбол или сыграть в волейбол. Усинерский спортзал был построен в марте 1960 года. Это было событие. В скором времени здесь вырос целый комплекс. К спортзалу пристроили плавательный бассейн, обустроили стадион. Все как положено. Футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, 400-метровая беговая дорожка, прыжковая яма. Каких только соревнований не проводилось в ту пору. Даже в мотобол играли. Теперь это история. Настоящее детского спорта в Уснере – это уроки физкультуры в школе, школа единоборств и секция в спорткомплексе, который теперь именуется детской юношеской спортивной школой. Конечно, здание за 70 лет уже словно присело, кажется ниже, но по-прежнему является центром притяжения любителей спорта. Самым распространенным и любимым видом спорта среди молодых людей района является вольная борьба. Есть такая секция и в Уснере. Дюлустан Попов тренирует мальчишек третий год. Ведет две группы в школе и в ЮСШ. Ребятами доволен. Есть подающие надежды. Мы работаем с детьми. Некоторые в третий год занимаются. Есть кое-какие результаты. Ну и более отличившихся стараемся отправлять в спортивные школы. Потому что мы отдаленный населенный пункт, поэтому трудно выезжать на соревнования. Мы стараемся более уже одаренных детей отправлять в спортивные школы. У вас какой-то договор есть со спортивной школой, с какой-то конкретной? Нет, это по согласованию родителей. Угу. С тренерами договариваемся заранее, со школой. Ну и отсюда уже. Отправили. Много детей отправили в спортивную школу? Пока трое. Один воспитанник в Чурупчинской спортивной школе, интернат учится. Ну и двое в Амгинской спортивной школе. Это наши нерские ребята? Наши нерские ребята. У этих ребят результаты уже есть на республиканских и всероссийских соревнованиях. Уже призовые места есть. Ну, дай бог, дальше покажут в дальнейшем хороший результат. Вензель Василий в этом году осенью стал призером республиканских соревнований осенью, в сентябре. Игорь Батуров. Ну и сейчас работаем, будем выезжать уже. По плану город Белогорск, открытый турнир Амурского округа. Вот борьба, ну и единоборство в целом полезны для подрастающего поколения. Ну, я занимаюсь вольной борьбой уже 4 года, это 4-й год. Я люблю ехать на соревнования. Я участвовал несколько раз в соревнованиях, выигрывал много раз места. Борьба мне дает становиться увереннее и сильнее. Папа, он всегда был уверен в мне, чтобы гордиться мной, когда я занимал призовые места. И даже может поехать со мной на соревнования. В этом году открылась новая секция – гимнастика. Тренер воодушевленно рассказывает о своих воспитанницах. То, что я создаю своему ребенку, вообще детям Амиконского района, поселка Уснера, даю базу гимнастика, это было лучшим решением. Потому что вижу, как они хотят, вижу их результаты. Они, например, что-то... Есть способные девочки. Есть те девочки, которые уже не успели. Ну, увы и ах, да. Если с возрастом, если не успевает, обычно же бывает так, с 5 лет занимается, иногда могут даже с 3 лет заниматься. Девочки ко мне пришли уже, например, 8-9. И они, ну, естественно, опоздали на гимнастику, но все равно у меня есть оздоровительная группа, где мы занимаемся со стопами, потому что девочки пришли у меня прям, не функционирует, ну, стопа, со спиной проблема. А те, которые девочки уже более, ну, маленькие, малышарики, тут у меня малышарики, ага, вот,
20-й год, 19-й год. И вот у меня новенькая пришла с осени первоклашка. Вот она очень способная девочка. Ну, все способные. Все. Я всех их, конечно, очень люблю. И мне нравится мое дело. Я буду давать базу. Хотя бы, чтобы у них тело было подготовлено. Может, кто-то там переедет и будет дальше заниматься не обязательно гимнастикой и преуспеет в другом виде спорта. Это уже для меня будет каким-то неким результатом. Вот эти трое девочек, не то что спортивная группа, они маленькие, поэтому они как пластилин. Поэтому, когда они маленькие, надо их прям вести прям на соревнования, чтобы они видели своими глазками, ощутили вот эти эмоции. Мир гимнастики, может, у них появится интерес, желание, мечта, да и у родителей. Потому что если вот как учитель, да, как наставник, не только мы с детьми как симбиоз работаем, да, это симбиоз трех ролей. Тренер, ну, учитель, тренер, ребенок и семья, родители. Только так. Если за успех ребенка, должно быть симбиоз вот этих трех ролей. Вот и все. Владимир Борисович Петряков работает здесь тренером больше 16 лет. Общий тренерский стаж с 1997 года. Сам мальчишка играл в теннис и пронес любовь к этому виду спорта через всю жизнь. Тренер-преподаватель высшей категории. Награжден почетным знаком за заслуги в развитии физкультуры и спорта в Республике Саха-Якутия. Я этим летом принял участие в республиканском турнире. Туймада называется, Кубок Туймады. Занял первое место. Старше 70 лет. Но все-таки я все продолжаю. Вот так. У вас есть дети, которыми вы гордитесь? Ну, конечно. Оля Тихонова, вон на фотографии. Это моя гордость. Я ее с третьего класса вот здесь тренировал. С третьего класса. В третьем классе она стала чемпионкой. Заняла второе место в чемпионате поселка Уснера среди молодежи до 35 лет. В пятом классе она абсолютная чемпионка Мекомского района среди школьников. В седьмом классе она чемпионка республики среди школьников. Она до сих пор продолжает играть? Она уже университет закончила и продолжает тренерскую деятельность уже. Она гордится мной, я ей горжусь. Она пятикратная абсолютная чемпионка республики. И вот перед Новым годом она 3 золотые медали завоевала и абсолютное первенство. В 18 году 4 золотые медали. Она единственная рекордсменка такая по золоту в республике. Это моя гордость. Но самой посещаемой является секция мини-футбола. Надо сказать, что футболистами район славился всегда. Первые победы и кубки завоевывали еще дедушки, а может и прадедушки нынешних пацанов. В районном архиве бережно хранятся альбомы и фотографии. Тренер-преподаватель сам с детства занимался мини-футболом. Теперь тренирует ребят. Что самое главное для ребенка, который занимается футболом? Самое главное, конечно, здоровье, чтобы был без травм. Выносливость. Ну и самое, чтобы он любил этот вид спорта. Как часто ты тренируешь? 3 раза в неделю. Получается, у каждого по 3 раза в неделю. У средних, у младших и у взрослых. Ну, вообще, бывает такое вот в зале, чтобы зал был пустой? Ну, ни разу не было. При мне точно не было. Насчет соревнований не очень часто, конечно, было бы желательно, чтобы детей вывозить, чтобы они привыкали к спортивному процессу, к соревновательному процессу. Ну вот, мы первый раз в том году выезжали с детьми. В Якутск мы выезжали, это наши первые такие масштабные соревнования. Мы там заняли 12 место из 20 команд. Потом ездили еще в Сусуман, там заняли 2 место. И были районовские соревнования, тоже к нам приезжал Сусуман, тут тоже 2 место заняли. Ну, мне нравится с детьми заниматься. Вот не знаю, почему-то. Прихожу сюда с удовольствием. Вижу детей, когда вот улыбаются, не радуются. Мне нравится. Есть перспективные ребята? Есть. У нас даже хорошая девочка ходит.
не хуже парней играет. Прям вообще за радость. Если бы ее куда-то отправили, там, в женскую куда-то, она по-любому прорвалась бы. Я был бы только рад, если бы ее увидели, заметили. Из числа ребят есть там лучше бомбардир, лучше нападающий? Ну, я не знаю, как сказать, чтобы не обидеть потом никого. А так, конечно, если выделяют. Тоже Руслан Мещеряков, Аюпов Александр, вот девочка Арина Кованина, Донцарунов Тимур, хороший вратарь. Нам сказали, что дети бьют США строго до 19 часов. Затем приходят взрослые. Их тоже немало. Занимаются в секциях баскетбола, тяжелой атлетики, волейбола, футбола. И взрослые дети с нетерпением ждут открытия после ремонта плавательного бассейна. Ну, остались финальные штрихи. Как только якутские дадут добро, поставим пятидесятую, что у вас все хорошо, мы даем вам добро на пускание, запустить бассейн, мы начнем уже процедуру зачисления детей. Мы сейчас уже набираем детей потихонечку. Сейчас у нас новый тренер. И, естественно, у него нет опыта. Образование она получила, но такого опыта хорошего у нее нет. Из-за этого она боится взять очень много нагрузок детей. И мы возьмем только половину детей. Те, которые было из 98, только половину только можем брать, потому что человек, ну, боится. Потому что, ну, потом потихонечку, как на местном росте, мы потихонечку будем набирать. А насчет того, что было нагружено, да, у нас бассейн постоянно нагружен, потому что все хотят в бассейн поплавать, я их понимаю. Но что взрослого населения, которое будет там ходить, с данного места, к сожалению, мы не можем их пустить. Ну, никак не можем их пустить. У нас, во-первых, тренера нету. За один тренер мы не можем ее нагрузить так, чтобы она работала и с детьми, и с взрослыми. Мы сейчас не можем это сделать, организовать, ну, никак. Но в будущем у нас есть такие идеи, чтобы пустить просто. Ну, хотя бы группу здоровья. Да. Преимущество будет для детей, потому что мы как-никак детскую мешку спасти на школу. И преимущество будет для детей. А потом попытаемся остаток вот, часов, которые там осталось, уже до взрослых. Ну, как сейчас сделано для взрослых секций, то же самое. Дети переходят, играют до 7 часов вечера, после 7 остаток времени для взрослого населения. То же самое будет и в бассейне. Дети придут, скажем, не 4 часа, а 3 часов можно сделать, чтобы время будет. 3 часов до 7, пускай дети плавают. С 7 уже до 10 вечера, пускай взрослые поплавают. Но под присмотром тренера, чтобы по закону все было, а не так, что пришел человек, сам поплавал, сам ушел. Такого не должно быть. Должно быть порядок. Всегда должно быть порядок. Мы побывали на занятиях в разных секциях ДЮСШ и видели энтузиазм и вдохновение тренеров и их воспитанников. Мы поняли, что несмотря на необходимость серьезного ремонта отопительной системы здания, слабо укомплектованной материальной базы и вакансий тренеров, об этом говорили, но как бы вскользь, не заостряя проблемы. ДЮСШ по-прежнему готовы пропагандировать здоровый образ жизни, прививать любовь к различным видам спорта и тренировать детей, воспитывая в них упорство и волю к победе.